семье Татьяны четверо детей. Из них пока только двое, дочери Насти и Сабрина, достигли школьного возраста. Семья живет дружно, но совсем не богато. И помощь от одинцовских полицейских здесь принимают с благодарностью. Приятно осознавать, что родители встали на правильный путь. По Одинцовскому району это около 100 семей таких. Мы будем стараться, конечно, охватить максимально, насколько это возможно. Большую поддержку в проведении акции оказывает общественный совет управления. Его члены практически всегда выезжают в проблемные семьи вместе с сотрудниками полиции. Это и дополнительный контроль, и такая важная психологическая поддержка родителям и детям. Приятно убедиться, что в этой многодетной семье все проблемы, связанные с новым учебным годом, уже решены. Будущее нашей страны – это вот наши дети. Ну, я считаю обязанностью полиции и общественного совета в первую очередь, конечно, позаботиться в этот день, когда в стране 1 сентября, самый главный праздник наших подрастающих деток. Я думаю, что самое главное – оказать вовремя нужное содействие, посильное и возможное. По мнению сотрудников полиции, акция «Помоги пойти учиться» имеет еще и профилактическую направленность, способствуя снижению числа подростковых правонарушений. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».